Итак, смотрим, сейчас будут парапланы. Стартовая площадка. Панорама. Так, Милан. И человек уже пошел. И пошли воронки, да? Блин, мам, я тоже хочу. Давай. Саша, я видео снимаю, давай. Давайте с грузинским флагом. Давайте. Вот там вдалеке арка дружбы. Сейчас мы около нее остановимся тоже. А пока здесь мы находимся еще. На стартовой площадке. Так, кайтер, сейчас кайтеры возвращаются и снова стартуют. Стоит это 250 лари, подъем, спуск, видеосъемка и прочее. Вот с такой высоты. Так, сейчас мы спускаемся вниз. Видовые точки озера Надежды. Сказочный, конечно. Можно хоть на дальнем плане, хоть. Если очко не играет, то можно хоть на чем. Где-то лежит снежок в июле, но это нормально. Сейчас покажу, какой камень. И все, уже опять полетели. И полетели, вернулись уже снова. Вот здесь постоянно тяга идет, ветер адский.